И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, а также на операции. И сегодня мы поем томить Василиска. Чуть не сказал Василиска. Василиска поем томить. Я ни разу его не томил, я пробовал томить. И это было очень давно. И в описании было написано «притомить его». Любыми яйцами, только в разном количестве. Сейчас глянул обзор, а там говорит, они только любят яйца Дрейка. И да. Я понял, почему у меня тогда не получилось томить. Все легко и просто. Но не просто так мы идем томить его. Так, братан, пошли со мной. Не просто так, а из-за того, что... Ну, я бы так сказал, нормальный левел здесь у меня заспавнился. Конечно, я сейчас похожу, что как где посмотрю, побегаю. Но в целом нормальный левел. Установил, кстати, сейчас я покажу. Ну да, придется все равно включать свет. Так. Пока на скальном дрейке они не агрятся. Скальный дрейк, стега и, как в обзоре человек сказал, любые большие диносы, типа, на тебя, ну, тебе, типа, не страшно. Ну, он на них, типа, не агрится. Поэтому на скальном дрейке можно спокойно здесь тусить без каких-либо проблем. И не бояться их. А вообще, оп, так, да, а, ну да, по сути, у меня карта это включена, то есть, это труба и... Все работает. Вот офигенное, офигенное местоположение. Ну, сами видите, где оно. Здесь аж две, мне пришлось еще один даже сделать. Две точки сжиженного газа. Я понял, что мне газа нужен дофига. И я поэтому здесь... О, светает, хорошо. И я понял, что мне нужно ставить больше этих... сборщиков газа, поэтому я это все делал и установил. И вспомнить бы, конечно, где я его видел, но вроде бы где-то близь к базе. Но можно будет посмотреть и заодно вот так. Вася! Да ладно. Или вы как-то по-другому называетесь, но по идее Василиски же так же и обзываетесь. Сейчас кого-нибудь найдем. Давай. Вау, полетели еще. Вот он, Вася, 64 левел. И я считаю, это вполне нормальный левел. Потому что обычно мне вот такие только встречались. 64 левел, это очень даже неплохо. Но с моими рейтами ему нужно. Вообще, в целом, как чувак сказал... Опять-таки же я на маленьких рейтах и в целом на оффе не играю. Но он утверждает, что 5 яиц, любых 5 яиц Дрейка для топового на 2х рейтах давления. То есть 10х на 1х рейтах. Ну, ой, 10 яиц на 1х рейтах для топового это дофига. Для такого левла это примерно уже 5 яиц. И как бы на рейтах 2х, то есть в целом одно яйцо, это можно так сказать практически на всех серверах, которые вы можете играть. Ну, чаще всего это 3х сервера и так далее. Так что даже как-то удивительно, честно. Яйцо тут нашел. Ну вот, даже очень сильно удивительно, я пошел, а я взял. Вот, поэтому сейчас просто идем за... яйцом Дрейка по проторенной дорожке сюда вниз, а еще я где-то здесь ставил этот, ну давай, о господи, включился, где-то здесь я ставил газ добываться, ладно, добуду газ и вниз. Ну и собрав жиженый газ, древесный сок и золотав желтый луч, я отправился к Дрейкам. Да, здесь мне нужно найти одно яйцо. По факту одного яйца мне будет достаточно. И я прекрасно знаю, что здесь как минимум есть то самое яйцо 12 левела. Поэтому остается только найти, где я его видел. Честно, не помню. Но где-то здесь. Очень сильно помогает маскировка на Дрейке. Так сказать, блуждать без
без замечаний, скажем так, без того, чтобы вот агрились на меня и так далее. Очень удобно. Только выносливость жрет очень сильно. И это прям крайне отвратительно. И честно, я что-то заблудился в трех соснах, называется. Я не могу найти то место, где я тогда находил яйца. Я заблудился. Опять. О, да я вообще не там лазил. О, блин. Вот где нужно было лазить. Ты смотри-ка. О, ты шиетишь. А, это моя голова была. Такс. И что у нас здесь? Да, блин. Ну, не видно же. Ну-ка, повернись. А то, глядишь, может, еще какие яйца найду. 72-й. Классно. 40-й. Прикольно. В смысле, тоже 72-й? 72. А тот почему красный? Ну да. Прикольно. Так, ладно, сейчас пошаримся. Кстати, когда они вот так близко подходят, они могут сагриться. Нужно быть аккуратнее. И, кстати, вот оно, то самое 12-уровневое яйцо. Ну ладно, соберу это яйцо, возможно, еще соберу вот эти вот 72-е левела. Пускай будут, и... Вперед, томить Василисков. Смотри, что нашел. 136-й левел. Да, не зря сходил, однако. Очень даже не зря. Самое главное это. Не спутайте нужное яйцо скормить это Василиску. Не, ну 136-й это практически самый максимум, который я здесь видел. Если не ошибаюсь, 140-го я здесь валил. 136-х тоже немало здесь валил. Но, в общем, вы поняли. Это практически топовый из тех, кого я видел. Причем он вроде заспавнился там, где я уже тырил яйцо. Очень даже классно. Но Дрейк я тут убил немало. Если посмотреть по перышкам. А где перышки? О, сколько перышков. А теперь томить Василиска. В целом, ничего сложного, по идее, в этом плане нет. По крайней мере, то, что я видел, как челик томил, мне навела на мысль, что я не видел, как он строил ловушку, как он загонял. Но, по идее, это так. Смотрите. Стега, ну, то есть крупный Дина, он на них не реагирует. По идее, это можно посмотреть на Вики. Но в данном случае на Дрейка он не реагирует. Берем ворота. Раз. По идее, он должен... Почему не бегемоты? Потому что через них он вылазит. По идее, этого должно хватить, но что-то я, короче, это... Промахнулся. А, нет, нормально, не промахнулся. 6 ворот. Такс. Выпрыгиваем. Ну, потому что я на Дрейке, я могу себе это позволить. Самое главное во время томления, это чтоб он не спрятался. Для этого нам нужно будет его агрить. Агрить будем его вот так. Только единственное, что... Опачки, закройся. Спасибо. Свиштабунал. Так, теперь через Alt. Так, смотрим. Ну, че я говорил? Все, вообще... Так, окей. Только он рано вылез. Сейчас, по идее, нам нужно, чтобы он спрятался. Обратно. Вот на какое расстояние нужно уйти, я не знаю, но давайте сгоняем. Немножечко подальше. По идее, нужно, чтобы он отагрился и спрятался. Чтобы я мог дропнуть яйцо рядом с ним. Челик, он просто около каждого ротины дропнул яйцо. И все. Да, я по идее могу и сейчас подойти дропнуть яйцо, ну типа камон. А почему около каждого ротины? Как он сказал, на 2x сервере. На сервере 2x топовый томится с 5. О, да, с 5 яиц. Не, он что-то не прячется. Но, окей. Тогда мы рискнем с собой, не будем рисковать никем. Так, сиди здесь. Кстати, да. И... Отрубайся. И, кстати, Еркстер. Еркстер. А, нет, Еркстер, масс.
12 левел. О, твою мать! Чё у тебя так хвоста? Ой, иди ты взад. На тебе яйцо, иди в жопу. Опача. Вот и все. Дрейк! Как ты вовремя, Василиск, притомился. Да, я чуть не совершил глупость. Дрейк у меня стоит на нейтралке. Василиск меня ударяет. И чуть не совершилась беда. Благо, на моих ритах он притомился с одного яйца. Практически на всех остальных такой бы левел притомился бы с двух. Но Дрейк бы просто напал. Вот такая вот фигня. Как видите, томиться вообще все изи. И по идее, для чего вот это вот стоит? Я думал, он сразу не сожрет, поэтому мне пришлось бы вот здесь вот стоять за дверью. Кстати, ты-то что, тоже на нейтрале? Господи, тебе, ты-то куда ринулся? Ну иди сюда, блин. Тоже пошел защитник. Не, ну красава, конечно, что-то скажешь. Ну блин, защитник, тише, пассатижи. Так вот, то есть, вся суть в том, что кидаешь яйца в каждый пролет, допустим, ну вокруг, кидаешь яйца и сидишь ждешь, сидишь просто-напросто ждешь, можешь там в кучку накидать и сидишь ждешь, все, то есть яйца не исчезнут, томиться там что-то в районе полчаса будет, и все, понимаешь, в этом-то и весь прикол. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу, вот и все. Классно же, классно, классно. Так, ну, седла у меня нету, поэтому погнали. Братюня, на базу. Так, я все ворота, да, все ворота убрал. Погнали на базу, сделаем седло и покоряем на Василиска чутка. Ей! Вот, как-то так. В целом, прикольный, быстрый Дино. Прям... Очень прикольный быстрый Дино, тут как бы не споры. Одно мне очень сильно непонятно. Так, сейчас лучше на берег выберусь на берег. Одно мне, что очень сильно непонятно, это почему. Да, я тут металл добыл. Вот, к примеру, это ничего, а металл, камень, прям как в Дедикурусе, то есть уменьшается вес камня. Зачем? Почему? Как? Непонятно. Так, давай прокачаем урон. Ну, отлично. И давай проверим урон. Скорость атаки очень большая. Прям кайф. Честно, прям скорость атаки прям очень большая. Плюется ядом. И в этом плане лучше всего, конечно, вот в этом костюмчике тусоваться, чтобы себя случайно не плюнуть. Но, что самое главное... Ой, это что это такое? Он как-то прячется в землю. Я бы еще попомнил как. Ой, это не то. Сейчас глянем, ходим. Ха, на пробел, лошара. Нажимаем на пробел, и он ныряет. То есть он, соответственно, конечно же, не прыгает, он ныряет под землю. И... КД. И что самое главное, это, понятное дело, тратит энергию. Ну, понятное дело, выносливость тоже тратит. Но тратит кислород. Кислород человека. И тоже как бы стоит это учитывать, чтобы не сдохнуть под землей. А то будет печалька. К примеру, ныряем. И вот он пошел, тратится кислород. Ой, я вылез. Тоже нужно быть аккуратнее. В целом, это прикольная штука для PvP. Опять-таки же, как у тебя сказать тебе спрятаться? Приказать зарыться. Почти получилось. Ага, вот. И все. И сидит. Его, по сути, никто не выбьет, если он на пассиве, никто не сагрится. И это, опять-таки же, для PvP серверов хорошо, но выбивается он с граника, то есть, как бы, изично. Но, типа, ресурсы здесь какие-то можно хранить. То есть, дополнительная защита ресурсов. В целом, в этом плане есть какая-то выгода. Вылази. Отличненько. Погнали.
Что такое сейчас было? Вы тоже, да, слышите этот звук? Это захожу в менюшку и такой звук. Так, давай-ка попробуем по-нормальному. Ой, иди сюда. Иди сюда, добрый вечер. Давай. Так. Заметочка. Но заметочка. Отличненько, заметочка. Ага, все, она открылась, да? Разбаглась. Отлично. Заметочка, это очень даже хорошо. Сейчас проверим плевок. Вообще, плевок, вроде как он должен сильнее бить. Блин, сорян, народ, я тут туплю очень жестко. Я как бы, я всегда туплю, это нормально. Но сейчас туплю, я что-то приболел, у меня... продул, походу, дела. Вот, поэтому, как бы, я вообще сегодня не хотел записывать, и в итоге бы сегодняшняя серия не вышла, потому что я записываю ее вчера. Вообще не могу в график, чтобы заранее что-то записать, вообще прям сил нет. Вот это вот осень, болезнь, это прям всегда, ой, все, осень начинается, начинаешь болеть. Ой, побыстрее бы уже зима, холода, одинокие дома, ну, это из песни, но не суть. Быстрее бы зима, снег и все хорошо. Ненавижу слякоть, терпеть не могу из-за этого осень, весну. Все хорошо, но слякоть это говно. Дэм. Такс. Урон, так, 250, а вот так, уху, два раза, да, клево, так, прокачаем его, так, а, еда, блин, вот лошара, туда зашел, вот, прокачал его в итоге, здоровье немножко, немножко выносливости поднял. Веса здесь всегда дофига, это просто клёво. И урон, 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 все в урон. Погнали смотреть и тестить. Так, погнали. Раз уж я сюда упал к Каркинусу, погнали на Каркинуса. Проверим урон, если я только вылезу из скалы. Так, на всякий случай нам грибы сражать, ну нафиг. Ба-бам! Ба-бам! Ну да, в два раза больше урона вносит. Ну, больше, чем в два раза, примерно 2,2. Но клево, клево. Кстати, что-то по полимеру, ну, собираю тоже неплохо. Так. Давай оденем кислородный баллон, раз он у меня уже есть. Так, он здесь, по идее, занурут, может, это же вода. Да, кстати, прикольно, он же топчет. А, еще аккуратно наш со скалы падает, прям хорошо дамажится. Он же прикольно, он всякую мелочь просто топчет и все. Оп! И погнали. Кстати, как это вообще выглядит со стороны? О, так это никак не выглядит. Вот стою вот так вот. А когда я ползу, он вообще просто исчезает, куда-то там уходит, что-то где-то как-то. И все. Ну хоп. Прикол. То есть, по сути, тебя даже никак не спалить, если вот этого не видеть. Классно. И также на ускорение можно танцевать. Да, вот только если что, вот чуть что, и все, и вылез. И кулдаун. Ей! Да. Ну. Как бы сложно сказать, клево, не клево, но в целом Василиск прикольно. Прикольно, мне нравится. Особенно, вот ты меня уже бесишь. С самого начала выживания там висишь. Пошел в жопу. Да мне не слазит, самое главное, что уже прямо раздражает. Вот, кстати, да, тоже двое. Просто, ну не слазит оттуда. Свернулся в клубочек и сидит там с начала выживания. Ааа, бесит. Так, погнали. Погнали на массовые разборки на дно океана. Да. О, кстати, а если так сделаю? У меня классная идея. Так. Ну-ка, поднимайся выше. Выше. Нифига, высоко поднимается. Так. И... ну-ка!
класс! Пошла жара, давай, мочи всех! Да это почти как с гранатомета мочить! Да я кричу, вообще кайф! Ух! Классно! Шоу! Занырнул, блин, так, подожди, мне надо с другой стороны... О-о-о-о, здесь их тоже много! Я хочу жахнуть! Жахнуть! Это еще круче. Давай, мочи всех, кого можешь. Это же клево. Давно так не бабахал, честно. Прям давно. Помню, когда у меня было один раз настроение, и я с гранатомета просто так, вот так же по Диносу мочил. Вот это было веселье. Не знаю, кому как, а мне было весело. Ей, ты смотри, ой, я не так давно напрашивались, скучканулись здесь, это понапридумывали здесь, встали кучкой своей, пошли все вон. Ах, классно. И настроение, ого, 7 левелов, и настроение поднялось, и левела поднялись. Класс, все просто супер. Фух, вот такие вот, народ, дела. Ой, вот он там... Меня это бесит. Вот такие вот дела. В целом, Василиск прикольный. Василиск прикольный. Выглядит кайфово. Кататься на нем здорово. Все вот это вот классно. Но неудобно тем, что передвижение. Большой радиус этого... поворота, вот это вот и все очень даже сильно неудобно. Ну, в целом классно. Ну, посмотрите, красавец. Ну, конечно, красавец. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно, делиться моими видео с моими друзьями. Это все, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.